Добрый день. Вы искали лечение витилиго? Ну, я врач-фитотерапевт Борис Качко, вас прекрасно понимаю. Витилиго вроде как только косметический дефект. Всего-навсего белые пятна на коже. Но это не так просто. Пигмент меланин – это защитный пигмент. Он защищает вас от любых излучений. А это и ультрафиолет, который сегодня действует все жестче, потому что озоновый слой становится все меньше. Это электромагнитное излучение. Одно из них – это рентгеновское излучение. А есть другие у нас источники электромагнитных излучений, все больше и больше. И от них тоже защищает пигмент меланин. Доказано, что устойчивость к излучениям выше значительно у брюнетов, чем у блондинов. Именно поэтому скандинавы чаще болеют раком кожи. Им заказано находиться под прямыми солнечными лучами. Поэтому витилиго нужно лечить. Нужно только правильно лечить. Большинство что делает? Используют местные средства. Так называемые фотосенсибилизаторы. Помазали, облучили. Вроде как пигментация появилась, но организм использовал резервы. А резервов при витилиго уже практически нет. И использовать местные средства, это просто истощать эти резервы и привести к тому, что чуть попозже витилиго вернется, но вернется с большей площадью, и вот там уже будет очень сложно лечить. Я предлагаю совершенно иной механизм. У нас есть метаболический мозг, который обеспечивает кожу и все органы питательными веществами. Это печень. Когда печень работает хорошо, она поставляет в кожу все нужное для синтеза меланина, витилиго излечивается. И только через печень это можно сделать. А печень очень важна, это контроль рациона питания, режим питания, лечение дисбактериоза, удаление листов из кишечника, потому что это все потребители. Они съедают продукты питания до вас. Они съели какой-то компонент и все. Нет меланина и не будет меланина. И защита ваша снижается. Не говоря уже о том, что глисты и паразиты из кишечника достают вас токсинами и нарушают другие процессы. Лечение витилиго нужно проводить комплексно. Ни в коем случае не местно. Местное лечение – это просто косметика. Она на какое-то время отсрочит вам появление проблем, немножко облегчит состояние, но оно не решает проблему в целом, не решает проблему в комплексе. Поэтому если вам хочется все-таки заниматься лечением витилиго, оздоровить свой организм, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко, оно систематично, оно проверено, оно вам поможет.